Я прочту стихотворение, которое называется «Прикосновение». Его написала наша сестра Любовь Васенина. «Сквозь толпу пробираюсь, ищу одного, подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чья-то одежда вокруг, чьи-то локти и руки, и плечи. Я пойду, я попробую завтра. А вдруг никогда его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой. Где я завтра искать его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова. Кто-то грубо толкнул. Пропустите, пожалуйста, люди. Пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне исцеление дать? А коснусь Иисуса, и будет. Вот он, рядом совсем, не похож на других. До Христа только раз я дотронусь, не заметит никто. Здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону. Боже, как прошел через сердце огонь! Мне казалось, что земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. И здорова, я верила, знала. Иисуса теснят, но взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся. Не укрыться. Господь, это я, это я. Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как он мне сказал: «Дочь, дерзай, чтоб по вере ты все получала». Это было давно. Это было не так. Это было совсем не со мною. Но я так же искала, как женщина та. Люди так же стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла. Пробиралась к Иисусу с надеждой. Как та женщина верила я и ждала. И к святой прикоснулась одежде. Не ладонью, но сердцем к хитону Христа. Иисус отыскал меня взглядом. «Дочь, дерзай!» — говорили Иисуса уста. «И страдать сердцу больше не надо. Я ни с чем не сравню миг счастливейший тот. Через сердце прошло Божье пламя. Вы стоите в толпе. Вот Спаситель идет». Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь. Аминь.